ребята, всем всем привет! Вы, как всегда, на канале Стив Барди. И сегодня, друзья мои, я приехал очередной раз на уже знакомый вам водоем. Я уже раскинулся, пока настраивал штатив, камеру. Короче, уже одна поклевка была. Поймал я карасишку. Такой зажаристый. Ребята, не буду загадывать на сегодняшнюю рыбалку. Скажу честно и откровенно, приехал я спонтанно, не стал я загадывать моменты, когда мне ехать. То есть, как загадаешь, как настроишь планы, вечно рыбалка не получается. В общем, погода у нас мрачная, сегодня обещают дождь, ветер до 15 метров в секунду. Кстати, кто смотрел мой ролик предыдущий, я тоже, кстати, приезжал в плохую погоду, и я хорошо отловился, то есть сделал для вас контент. Попробуем сейчас в такую, опять же, погоду половить. Чем хуже погода, тем лучше для этого водоема, тем лучше клюет рыба здесь. Наживился я, как обычно, каша-горох и медовый кук. В общем, друзья, ставьте пальцы вверх, ну, а я для вас погнал снимать рыбалку. Только закинулся, и первая поклевка. Что-то ни хрена. О, ну таких мы отпустим. Да неинтересный. Пускай плывет. Ребята! Ой, извини за выражение, что-то цепанул. Еле успел. Вот это упорол. Было пик. А это что-то так аж. Ух. Короче, не знаю, что там. Ух ты. О-о-о. Это карпуша. Сазанюка, ребятки. Ага, смотрите какой. Красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то они резвые. Давай. Опа. Шанс рыбе даем. Берем, ребята. Опа. Без подсака. Вот он. Так. Так. Крючочек оторвался. В общем, ребятки, вот он, первый сазанчик. Чуть-чуть я его по камням потаскал. В общем, рыбалка продолжается. Начало, как говорится, уже положено. Ну а там будем смотреть. Ставим лайки. А я погнал перенаживляться, и будем дальше ловить мы рыбу. Будем сейчас перенаживляться. Дождь у нас закончился. Малька под берегом очень много, и дело в том, что руки мыл, вода очень теплая. Не знаю, то ли они начали сброс сюда делать. В улове один карась и один сазан. Короче, такие приспособы, ребята, на для кого это, ну, кто не знает. Короче, обычная баклажка на сигнализатор и все. И ваш сигнализатор в сухости и сохранности. В общем, это все
разговоры. Будем мы сейчас перенаживляться. Кормушечка у меня тоже тут, сколько она? 70 грамм, по-моему. Одна такая осталась интересная. Типа флета. И что еще? Сейчас ставим кук. Кроме меда у меня ни хрена больше нет. Ну, не, вернее, есть, нету этого. Укропа. Короче, ставим эту байду и все. Я далеко, в принципе, здесь не кидаю. Так. Вот туда. Вот так. О, все. Стой. Так, ну, вам весь процесс я как бы показывать не буду, занимать ваше время, а лучше буду показывать вам, когда она клюет. Так, ребятки, вот она поклевка, только сел покушать, и очередная поклевочка, и что-то я ничего не чувствую, не ощущаю, вернее, на том конце снасти. Что, он по ветру идет, что ли? Ага. О, класс. Что-то мелкое. Не, хороший карасик. Зачетный, зачетный. Вот такой вот, ребятки, карасишка клюнул. Так, ладно, надо... Так, ребята, клюнул он на горох. Ух ты, гляньте, два крючка прям. Жадно. Это уже радует. Опа. Сыц. Так, 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 так. Опа. О, схватил. Так, ребятки, пойду его в садок кину и буду перенаживляться. Опа, 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 опа. О, что-то я прицепил. Или уже нету ничего? Не понял я юмора. А не, вот он. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. О-хо-хо-хо-хо-хо. Вот он какой. Карасямба. Вот это да. Тихо, 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 тихо. Захочется идти, хрен сойдет. Смотрите. Вот это карась. Вот это монстр. Так. Ну что, продолжим. Вот так и вот так. Ребят, ну вот видите, что нацепляю привяз. Горох как бы не то, что там сказал на то, а подцепил совсем другое. То было тот этот, сейчас этот предыдущий, ну предыдущий карась клюнул именно на горох. Этот карась клюнул на мед. Так, где моя перчатка? Ну, потихонечку я могу вам сказать.
Расхаживается рыбка. Интересно становится. Так, ориентир у нас. О! Ух ты, не туда пошла. Ладно. Пускай стоит. В принципе, ничего там страшного нет. За исключением зацепов. Мы будем надеяться, что я в него не попаду. Так, следующую перенаживляем. Ладно, ребят, я буду перенаживляться. Ребятки, вот она, еще одна поклевочка у нас. Все-таки погодка делает свое дело. Погодка все-таки радует. Ветрено, конечно, но ничего страшного. Главное, у нас рыбка клюет. И самое интересное, что клюет у нас карасямбы. Зажаристые. В сметанно-чесночном соусе. Опа, есть. Упал. Ну, ничего. О! И все тот же ж горох. А что-то вот та сторона полюбила горох. У меня на горох больше сейчас поклевок происходит, чем на... Как он называется? На мед. Ну, сейчас поставим. Если еще раз проклюнется на... горох, значит, мы и те две палочки переставим на горошины. А я перед этим вам говорил, типа не туда полетело. О, сейчас туда улетела. Куда надо. Все, ждем следующей поклевки. Так, ребятки, опустила, не успел подбежать, включить камеру. Хотел заснять вам карасевую эту поклевку, но опустила и все. А что-то не пойму. Что, нету ни хрена, что ли? Да не, что-то идет. Во. Вот он идет. Идет родимый карасишка. Вот такой вот. Так, тихо. Так. О, прикольно. Где-то крючок делся. Ладно. Сейчас новый навяжем. Друзья, ну поклевка. О. Мне это нравится. Так, фрикционочек отпустим. Идет, идет, родимый. Идет, родной. Вы видите, кто это? Я тоже вижу. Лобосевич.
Иди, иди сюда, иди. Иди, красавец. Иди, я тебя не обижу. Я тебя отпущу. Давай, 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 давай. Давай. Ребята, все беру без подсака. Как бы он мне не нужен. Ну, в общем, сейчас он доиграется у меня. В общем, ребятки, вот такой вот Лобасевич. Тихо, 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 тихо. Тихо. О, гамакацу крючочки, конечно, дело свое делают. Так, как тебе аккуратно взять, чтобы тебе ничего не повредить? О! Да стой ты! О! А, чуть хвостом по лицу мне не ударил. Вот такой, ребятки, лобастик. Ну, килограмма 3 в нем. Ну и мы его сейчас с Богом отпустим. Давай, друг! Давай! Чеши, волной его бьет. Все. Лайки ставим. Комментарии пишем. А я уж честно подумал, что это желтячок попался. Но и на этом спасибо. Предоставил мне удовольствие. Класс. Слышали, как фрикциончик работал? Удовольствие, полные штаны. Ребятки, очередная поклевка. Ну, что-то ни хрена. Что, ни хрена, что ли? О, блин. Или опять какой-нибудь мелкокалиберный. Не, что-то телепается. Ага, лящик. Вот такой, ой, а что это у него с губами? Вот такой, ребятки. Подлец. Оклевал, как этот. Как он называется? Карась. Ну, честно сказать, рыбалкой я уже довольный. Пойдем его кинем на таранку. Ребятки, очередная поклевка. Короче, видать, это опять Лобачевич. Короче, контент уже 100% готов. Только подлещика вытащил. И на тебе. А там хрен его знает, что это. А ну кто это? Толстолоб. Дурачок этот опять взялся. Гляньте, как идет. Как торпеда. Небольшой. Небольшой. Такой, может. Тогда трешки. Такие дурачки тут клюют. Давай сфотографируемся с тобой. Вот он какой. Дуралей. Дуралей маленький. Плыви. Ах. Все. Такая вот рыбалка у нас. Поймал, отпустил.
Опа, ребятки. Сход, что ли? Ага. Да уж. Прикольно. Бывает и такое. Что? Это рыбонька. У нас потемнело. Поклевки, конечно, не такие стали интенсивные. В общем, короче, я так подумал и решил, что нужно, наверное, перенаживляться на живца. Хотя волна, хрен его знает, что делать. Давайте перенаживимся, а там будет видно. Течение поменялось. Сюда сейчас выдувает леску. Будем сейчас смотреть, где у нас малек. Вон, у Михалыча порыбачим, поедим сегодня. Сейчас буквально 5 минут назад чуть палку не утащила. Руки трясутся, ребята, до сих пор. Пик-пик. Я когда фонарик включаю, у меня удочка поехала по тычке, блин. Я ее в воде уже вот так вот успел поймать. Лобатый, был лобатый. Но может оно даже и к лучшему, что мы его не достали. Ну, сука, монстр такой. Не, ну для контента можно было бы его достать. Ну, подержать в руках, поцеловать, да. Ну, все равно брать его нельзя. Но на поводках осталась слизь, это характерная, да, для толстолоба. Плюнул на медовый кук ножом. Да, обычная каша гороховая, медовый кук. И плюнул, зараза, на удочку с самой драчевой катушкой. Самая конченная катушка, и взялся лобатый. Смотрите, ребята, как он тычку выгнуло. Жека даже еще и не поправил. Смотрите. Да. Слыхал его крик. Ладненько, в общем. Ну что, мы их поборем. Так, ребятки, ну что, время пришло к вечернему перекусу. День был сегодня у меня плодотворный. Приехал Михалыч, порыбачим, поедим. В общем, я надеюсь, ночь будет не менее плодотворная. В ролике вы у него, у меня увидите, что там произошло. Вкратце я рассказывал, и он рассказывал. В общем, такой вот незамысловатый, как говорится, природный ужин у нас. Что у нас тут? Сало, яичко, огурчик, хлебушек. Ну, в общем, там под чаек. Все самое необходимое для рыбалки. Все ингредиенты. Как сало никуда. Как говорится, приятного аппетита. Но мы приступаем. Ребята, я не пойму, что это вообще клюет. Только забросил. Ну, что-то есть. Что-то тащу. По-моему, мелкий судачок. Да. Ёперный перегородовой. Это сомик, ребятки. Это вот такой вот сомик у нас. Ну, плыви, родимый. Все, куда ты? Видели, он спасибо сказал. И говорит, лайки ставьте. Ребят, ну короче, какая-то фигня, я не могу понять. Что там сидит? Рак там, не рак, я не знаю. Вот это пи. Ни хрена себе. Что-то там такое именно. Монстри, ух ты, Лешу делает. Да, так вот это пи-пи. Я бы еще, наверное, часа в три ждал бы нормальной поклевки. Да какая-то зараза там сидит. О, ребята. Тихо, мне запикивать. Ребятки. Гляньте, монстр какой. Ой, он еще с какой-то леской. Может, спиннингисту какому-то оборвал, смотри, и плавает. Да, там, прикинь, в шахте, короче, леска. Ну, живой, значит, глянь. Ну, да. Счастливчик. У кого-то сошел. Так и леска, глянь, какая жесткая. Глянь.
Может, кстати, тоже сжился. А ну. Да, у него ляна, ну черти где, он аж до жопы заглотил этот крючок. Вот такой, ребятки. Это только дома уже. Судачок. Пойдем мы его отправим в клетку. Блин, поклевка, ляньте, вытяжка какая. О, есть, ребята, наконец-то контент для вас именно. Это, по-моему, самятина взялась. Не. Опа, все, ушел. Ушел, ребята. Или за... Короче, я его не вытащил. Вот еще одна поклевка. Еще одна вытяжка. И ни хрена. Вытяжка и болт. В общем, ребятки, ну, хорошее что-то сидело, хорошее. Жека, видел, как палка гнулась? То есть это, ребят, не абы шо. В зацеп зашел опять. Ага. Это уже у тебя какой-то, на третий, да, сход такой? Серьезный. Не, ну, может он не в зацепе, может где-то он через камушки шел, понимаешь. А леска 0,25, ну что, да, это? Чуть-чуть тиранулся и все. Он шел, он туго, ну шел. Ну, вытяжка была. Да, ну, видно на камере, какая вытяжка была. Знаешь, когда лобатый, когда берет и делает сумасшедшую вытяжку. В общем, ребят, как-то так. Вот такой вот рассвет у нас. Да, рано я начал радоваться. Ну ничего, это значит не моя рыба. Кто-то поймает другой. Сейчас я перевязываюсь и дальше в бой на живца. Да что оно такое? О, ребятки, что нету? Не, вон он. Класс. Стоять. Вот бапл. Ага. Вот он. Стандартный, ребят. Ну, такой до килограмма берется. Так что рыбалка у нас продолжается. Мне это нравится. Ты кайфуешь, Жека, от рыбалки? Очень. Вот. Хотя у него вот такие вот не клюют. Но он кайфует. Ладно, пойду его в садок, ребят, брошу. Ну, продолжи. Только что была поклевка. Я даже не знаю. Подсекать его. Давайте будем подсекать. Или подождем, пока запищит. Ну, этот самый свингер ходит. Если вам видно, ладно. О! Есть! Есть, ребятки, есть! Дай бог, чтоб я его вытащил, и мы посмотрим, что... Блин, опять нету, прикинь. Жека! Опять нету, прикинь. Сход. Я не знаю. Вообще лютый какой-то трэш получается. Я в шоке. Жесть.
Реально даешь уже время, даешь заглотнуть ему. И нихера. Ну ладно, чё. Как есть, так и есть, в общем. И на этом спасибо. Рыбалка была интересная, увлекательная. Так что сейчас еще закинули по одному разу. Потихонечку собираем мы вещи. И будем с этим водоемом и прощаться. Бьет. Оторвал крючок. Все, рыбалка наша подошла к концу. Сейчас я вам покажу, что я поймал за это время. Так. Ну что, готовы увидеть мой улов? Короче, смотрите, ребят. Раз, два судака. Один сазан. Ну, такой килограмма, я не знаю, может, полтора до двушки. Ну, вот сколько там карасей, подлещика. Все, что хотел, я выполнил. Рыбалка, я просто довольный на ура. Были сходы, были отрывы, были зацепы, в общем. Я кайфанул, реально кайфанул. Рыбу вы увидели. Если кто помнит, предыдущая моя рыбалка была вообще ни о чем. Можете посмотреть или здесь, где-то будет подсказочка. Вот, короче, выезжайте на рыбалку, ловите рыбу, получайте массу удовольствия. С вами был на канале Стик Барди. Не забываем подписываться на мой канал, ставить пальцы вверх. Ну и как всегда, с вас совершенно любой адекватный комментарий внизу под этим роликом. С вами был на канале Стик Барди. Всем добра-бобра!